В каждом городе найдутся места, неповторимость которых хочется подчеркнуть, а лучше всего с такой задачей справляются цветы. Так, в областном центре площадь Ленина – традиционная площадка для высадки красивых растений. Сейчас здесь активно трудятся специалисты коммунальных служб, чтобы помочь природе украсить город, добавив зелени и красок после зимы. В этом году у нас будет высажено порядка 100 тысяч луковичных цветов, задействованы новые площади, будет высажено на площади около 2000 квадратных метров тюльпанов. Весной город украсит тюльпаны различных сортов, их в этом году большое разнообразие, конечно, много новинок, такие как фабия, крем-манго, шарм, соната, индиана, колумбус, ну и другие. Кроме того, ожидается и разнообразная цветовая гамма – нежно-розовые, белые, пурпурные, лиловые, оранжевые и многие другие. Сейчас, как отмечают специалисты предприятия «Коммунальник», очень комфортная температура для посадки тюльпанов. Работы по украшению городских территорий к весне будут продолжаться до наступления устойчивых минусовых температур в дневное время, чтобы луковицы могли укорениться. Луковицам очень комфортно, должны укорениться, поэтому наши рабочие интенсивно сейчас занимаются высадкой луковичных цветов. Традиционно будут высажены в знаковых местах, памятных местах, на центральных улицах, аллеях, парках, скверах, ну и в других пространствах городских. Помимо классических бутонов тюльпанов, на брестских клумбах распустятся пеновидные, кружевные и бутоны в форме вытянутого бокала, которые украсят городские локации весной. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Олеся Столярчук. Новости Бреста.